Здравствуйте, Петр. Это видео про ваш объектив с уже установленным одуванчиком. Одуванчик установлен, настроен. Сейчас я вам продемонстрирую. Очень аккуратно вставляйте и вынимайте объектив с одуванчиком в камеру из камеры. Совмещаем средний контакт одуванчика с белой точкой на камере. Очень аккуратно. Чуть-чуть прижимаем внутрь и поворачиваем до щелчка, до защелкивания объектива. Я запрограммировал фокусное расстояние среднее 90 мм, поскольку невозможно в одуванчик запрограммировать динамическое фокусное, поэтому я для зумов прошиваю приблизительно среднее значение. И диафрагмы от 2,8 до 22. Во время съемки вы можете на объективе оставить диафрагму 22. Это как ее автоматическое положение. Режим камеры IFS. И выбираете диафрагму на камере, как на автофокусном объективе. Смотрите видоискатель, выбираете нужную точку фокусировки. Поджимаете кнопку спуска или полностью, или наполовину до появления сигнала, то есть пока не будет фокусировки, одуванчик не даст сделать кадр. И делаете снимок. Еще раз повторю, что очень аккуратно вставляете и вынимаете объектив с одуванчиком в камеру и из камеры, чтобы не сломать контакты одуванчика. Вот видите, все целое. Демонстрирую еще раз. Вот, как видите, все работает. Сейчас я его упакую и отправлю в обратный путь. Спасибо за внимание.